Привет, дорогие друзья, с вами Булкин, и, в общем-то, добро пожаловать на новую серию Самчика. Играем, как всегда, на Diamond Sapphire. И, друзья, сегодняшняя серия обещает быть веселой, потому что вы красавчики. Во-первых, спасибо каждому, кто написал задание. Ну, в общем-то, предыдущая серия просила вас написать задание какое-нибудь, да, прикольное. Ну, в общем-то, как в принципе и всегда, но в этот раз вы реально постарались, и на самом деле тут было много интересных заданий в комментариях, в топе, но, друзья, я решил выбрать, тут, во-первых, много было для нас с Христиной, вот, во-вторых, для меня, и, в принципе, тут много уникальных, но сейчас, к сожалению, я один, поэтому для меня тут есть как раз задание, которое набрало 130 лайков на данный момент и находится в топе. Чувак под ником Саня Лайф, я так понимаю, Саня Лайф. Значит, слушаем и вникаем в задание. Саня, ты должен доехать от своего дома DSF, спауна бомжей, и найти любого бомжа, у которого начинается ник на D. Но не все так просто. Ты не должен разбить машину за каждую разбитую деталь. Плюс 1000к, 5000к. Вот тут я немножко не понял. Ну ладно, потом подняться на челяд и спрыгнуть с парашютом. Я предлагаю немножко усложнить это задание, потому что, в принципе, оно неплохое, потому что сочетает в себе много различных интересных заданий. Смотрите, что я предлагаю сделать. Мне понравилась идея насчет разбивания. Вы знаете, что Infernus в перформансе... Давайте я уже поеду по машине потихонечку. Infernus в перформансе... Что за... Ух ты, ебать, что так подлагало. Так, единственное только, да, я должен буду ехать один, чуваки, простите. К сожалению, я сегодня не смогу никого покатать. Я, к сожалению, вынужден выкинуть... Вот, и мы сразу сейчас будем стартовать. Друзья, итак, надо запомнить состояние машины. Точнее, что ее запоминать. Ай, меня уже стреляют, ну все как обычно. Ну так вот, давайте сейчас починимся и тогда приступим. Значит, как я предлагаю усложнить это задание, друзья. Мы сейчас чинимся. Стартуем бомжатник SF. За каждую, я так понимаю, чувак имел в виду, что за каждую разбитую деталь автомобиля я должен как бы плюс 1000 или плюс 5000 добавлять и потом в итоге эту сумму отдать бомжу. Я предлагаю сделать по-жесткому. За каждую сломанную деталь... Даже нет, давайте не так. Сломанная деталь — это довольно такая специфичная вещь, потому что в сампе из повреждений, ну что, может у нас бампер немножко повиснуть и так далее, да? Давайте сделаем все более интересно. Мы будем смотреть на ХП. Допустим, значит, 1 ХП это... 1000. Нет, давайте по-жесткому, давайте 5000. Одно ХП это 5000. То есть, сколько я потом сниму ХП, я должен буду умножить. Допустим, я снял 10 ХП, у меня в итоге у машины 90. Я должен буду отдать 5 на 10, это 50. 50 тысяч бомжу. По-моему, это сверх круто, друзья. Собственно, сейчас мы будем стартовать с этого момента. Значит, в моих интересах ехать аккуратно. Найти должен бомжа с ником, начинающий на D. Но я думаю, что мы... Усложним, может быть. Может быть, Дима, какой-нибудь Дмитрий или что-нибудь такое. Хотя, блин, с другой стороны, а вдруг не будет. Ну, давайте, да, будем искать Дмитрия или Диму, что-то подобное. Если же не будет, то дадим, ну, подойдем к бомжу с ником просто начинающийся на D. Итак, друзья, я стартую. Собственно, в моих интересах не разбить машину. Ну, как бы минимально я все равно 5000 этому бомжу дам. Даже если я не разобью. Но этого не может быть, нет! Блять, уже 4 хп минус, друзья. Просто на ровном месте. Просто благодаря перформансу, который непредсказуем. Если что, кстати, вот если кто-то не катался на Инфернусе в полном перформанс-тюнинге, вы не думайте, что я ДЦП-драйвер просто. На самом деле все очень сложно. И машина просто ведет себя очень непредсказуемо и ускоряется в ненужный момент. Блин, это жестко, ребят. Уже 6 на 5, уже как бы 30 тысяч я должен бомжу, просто по-любому. Ох, да, под конец мы должны будем поехать на челяд и спрыгнуть с парашютом, но я думаю, что мы закончим это тоже эпичнее, и мы, собственно, поступим таким образом, что поедем, это самое, спрыгнем без парашюта. Как вам такое? Ну, потому что что, все равно конец серии будет. Ребят, сразу влепите лосик, потому что эта серия реально должна быть забавной. Блин, 94 хп. Так, у нас там ограждение впереди, сейчас тихо. Пока, в принципе, все нормально, но сейчас онлайн 750 человек. То есть, в принципе, конечно, я могу куда-то... Тихо. Так, пока... Слушайте, мы почти около бомжатника. На самом деле, путь не такой... Не такой уж и длинный, но... 6 хп мы сняли в любом случае. Но нам повезло сказочно, что сейчас нет машин никаких по пути. Ебать, у меня... Блядь! Нет! 75... Сука, 25 хп снял. Я ебал, я даже не боюсь, я, конечно, король математики, но я пока даже, ну, я понимаю, что это уже крупная такая сумма, больше сотки, друзья. Пиздец. Просто пиздец. Сука, зачем я ускорился? И это еще мы не приехали.
И это мы еще не нашли бомжика. Так, бомжатник СФ. Я должен искать его на машине, потому что это должно быть... Это Макс. Так, это должно быть эпично. Это должно быть... Сука. 61 хп. Это пиздец. Кто-то сейчас разбогатеет. Просто кто-то сейчас разбогатеет, друзья. 55? Хуяли? Пиздос. Я ебал. Серьезно? Уже 55 хп. Так, подождите. На Д никого нету. Вы серьезно, да? И причем многие в АФК стоят. Что делать в такой ситуации? Бля, жизнь меня к такому не готовила. Просто 55 хп. 45 я снял, друзья. Я не знаю, ну давайте уже, может быть, кинем машину, потому что я даже не могу здесь никого найти, потому что никого не вижу. Давайте я, наверное, кину. Итак, давайте посчитаем, сколько я должен бомжу. Кто будет этот счастливчик, мы пока не знаем. Значит, 45 мы умножаем на 5000. 225 тысяч сейчас получит какой-то случайный бомж с ником, начинающийся на букву Д. Либо же Дмитрий в идеале. Пиздец, сука, Инфернус, ты меня разоришь таким образом. Итак, смотрим, Александр, Вильям. Так, тут... Дима! Так, Дима. А, блин, я же не знаю его имя, ну ладно. Вставай, мужик. Ты живой? Если он сейчас... Он просто, скорее всего, же в АФК. Он же качает левел, скорее всего, валяется здесь. Блин, а что делать в такой ситуации? Ты же... Ты меня слы... Коп, серьезно, сейчас не лучший момент. Ты меня слышишь? Алло. Что стоять? У меня нет звезд. По-моему. Что такое? Подождите, я посмотрю, у меня есть звезды или нет? Подождите, уровень розыска не вижу. Третий? Чего вы взяли? А, у них же у копов написано... Подождите, у них не написано же. Ребят, просто страсти накаляются. А чё за мной все идут? Я хотел ему как бы... Сейчас. Тихонько засунул 5000 офицеру кармашек. Слушайте, РП с копами — это круто. Друзья, я просто всего лишь... Ну что такое? Что это? На. Слушайте, ну так-то по сути он, конечно, мог заметить. А, ну замечательно. Друзья, вы понимаете, да, насколько... Я обожаю просто. Я обожаю, как у меня все время все очень получается. Так, друзья, у нас остается в любом случае все силе. 225 тысяч. Я сейчас попробую как-нибудь договориться, может, с копами, либо, я не знаю, отсижу срок в итоге. И, в общем-то, придется позже продолжить. Короче, 225 тысяч Диме или на букву Д кому-нибудь, кто первый попадется. И, собственно, тому мы дадим это самое. Ну, 225 тысяч, пройдем с ним в банк. В общем-то, да. Друзья, ну, короче, все вроде решилось. На самом деле, тот чувак, которому я кинул взятку, он, типа, говорит, да вы что, никто не давал взятку. Короче, я говорил, да, типа, вы что, никому ничего не давал, никакую взятку. В итоге, вроде как, меня отпустили. Но единственное, у нас остается проблема, что мы... Чуваки, пожалуйста, спасибо. Мы не нашли так Димасика. Вот этого Диму жалко, потому что, блядь, он на самом-то деле самый настоящий Димон. Но, друзья, к сожалению, он находится в АФК. Что делать в такой ситуации? Я даже понятия не имею. Ищем кого-нибудь. Так, Данила, ну, Данилк. Сэр. Сэр. Он меня не слушает даже, он даже не понимает, что здесь. Меня еще напрягают копы, потому что на самом деле трое из них от меня отстали, а вот этот просит паспорт. А у меня звезды висят еще от того, за взятку он мне дал.
Я не знаю, что в этой делать ситуации. Куда тут Данила ушел? Сэр, товарищ бомж. Товарищ бомж. Можно вас на секунду? Да, ну... Ребята, я не понимаю, что происходит. Что, за что меня опять повязали? Я же дал взятку вот этому чуваку. Что такое опять? Ребят, короче, я не знаю, что делать. Бомж, товарищ бомж нас это, игнорировал. Короче, давайте я сейчас... Не знаю, что на самом деле. У меня очень много копов окружает, у меня очень много звезд, которые... Три из них, которые меня, в принципе, просто так повесили. Сейчас, короче, что-нибудь попробуем придумать. Друзья, страсти с копами... С копами иметь дело очень-очень-очень плохо. Это серьезно, это факт. И, в общем-то, один... Точнее, нет, трое, по-моему, из них, на самом деле, меня защищали, потому что, в принципе, мы там вопрос уладили, но приехали еще новые, которые были не в курсе, и, видимо, как-то... Каким-то чутьем узнали, что у меня розыск. Короче, тот вроде заступился, основной, которому я взятку дал еще изначально. И я, в общем-то, под шумок успел съебать. Поэтому все норме. Единственное, конечно, у меня звезды хуя. А я предлагаю поступить таким образом. Давайте теперь, ну, что поделать. Около бомжатника, к сожалению, мы не нашли. Точнее, мы нашли Диму, как самого настоящего Диму, который был, к сожалению, в ФК. Нашли Данилу, который нас почему-то игнорировал, просто ходил и игнорировал. Хотя мы ему несколько раз пытались до него достучаться, он только что просто, к сожалению, просрал шанс получить 225к. Давайте мы кого увидим, ну, такого в бедном скине, естественно, будем смотреть на ник, начинающий на Д, но у нас сейчас ХП уже не, как бы, можно, ну, можно ебошиться, потому что ХП уже не имеет значения. Давайте только починим машину, потому что иначе сейчас я ее до конца угандошу. 225 тысяч, друзья, у нас... Ух, блядь, я сейчас вовремя оттормозился. Чисто тихо, тихонечко. Главное не ушататься. Так, вот тут у нас бегают... Ну, блин, автобус, серьезно? Почему именно в этот момент... Нет, пожалуйста, чуваки... Стоп, что? Админы, я вас люблю. Как вы умеете вовремя, вот, просто... И сразу приходят приятные игры на сервере Diamond Sapphire. Друзья, вот админы просто на самом деле... Не, я иногда, конечно, пишу в репорт, что, типа, последите, потому что меня очень часто, к сожалению, дэмят. И, собственно, админы в этом красавцы, что они следят за порядком, на самом деле. И сейчас понимают, что ситуация такая. Вот админы чувствуют, друзья, что я сейчас записываю серию, скорее всего, и понимают, что сейчас вот без тачки мне оставаться уж никак нельзя. Так... Значит, нам нужен срочно бомжик с ником, который будет начинаться на Д. А, здесь, кстати, бомжи стоят. Тут мочат какого-то копа. Блять, пиздец, этот Инфернос на самом деле. Тут мочат копа, но тут нет. Даниэль! Даниэль! Сэр, товарищ бомж. Товарищ бомж. Можете сесть в мою... Блять, мою машину... Ну-ка. Только единственное, сейчас все же поломятся. Все поломятся. Садитесь. Быстрее, бомжик. Успел сесть? А, подождите, он не может сесть. Ну, чувак, садись быстрее, куда ты пошел? Сейчас меня тачку в итоге угонят, да? Коп. Что делает коп? А-а-а, ребята, почему постоянно? Куда бомж пошел? Куда пошел бомж? Подождите, куда он пошел? Серьезно? Куда он садится? Надо машину закрыть. Я ничего не понимаю. Чувак, серьезно, прости, конечно, но... А-а-а, у меня опять 46 хп. Надеюсь, админы следят. Ребят, вот понимаете, я не могу даже выполнить задание. Почему? Куда убежал бомж? Я попросил его сесть в тачку. У меня для него... У меня хп сейчас не останется. Алло. Алло. А-а-а! Ребят, вот так всегда. Так всегда что-нибудь, да не так. Я не знаю реально, как поступить, потому что нам же нужно ехать в банк, чтобы бомжу дать деньги. Фух, это пиздец. Я даже не помню его ник. Вот он ходит. Побежали за мной. У меня для тебя подарок. Погнали. О, слушайте, кажется, он очухался. Только почему меня пытается коп задавить, я не особо понял. Сейчас арендуем
машину и поедем в банк. Ты выиграл в лотерее. Погнали. По-моему, чувак реально, вот серьезно, он в ахуе просто. Вот реально, он, по-моему, в шоке, потому что, ну, вы понимаете, да? Чувак стоял около автошколы, ему просто подфартило. Я надеюсь, сейчас все очень сложится хорошо, и мы добежим до аренды, возьмем тачку, нам ее не сломают, не задемят, и мы доедем до банка и отдадим бомжику деньги.